Как вы видите в дальнейшем развитие Келядякова именно в профессиональном плане и участие молодых людей, которые сейчас участвуют в проектах Келядякова именно, если можно так сказать, во взрослых проектах фонда форума? Спасибо. Я не буду долго рассказывать о том, что этих проектов очень много, вы знаете лучше меня. Сами проекты возникли именно потому, что келядяковцы и те, кто получали гранты, стали расти, и, соответственно, это, что называется, молодежное пространство, оно должно было трансформироваться дальше, находить себе работу, трудоустраиваться. У многих были проекты, у многих были идеи, поэтому не хватало иногда навыков. Так возникла школа молодого предпринимателя, так возник лингвоцентр для того, чтобы у нас было больше хороших переводчиков и профессионалов, которые, кстати, успешно функционируют и даже в областях. Вот в этот раз, когда мы одна команда проехали по областям, было видно, что количество присоединившихся к лингвоцентру и уровень их за буквально год-два очень вырос. Школа молодых предпринимателей была создана как база для мастер-классов. Это попросил молодой человек, когда мы были однажды в Ферганской долине, я сейчас уже не помню его имя, из Келядяка. Попросил сначала о том, чтобы была оказана юридическая, консультативная помощь, вообще как открывать бизнес, с чего начинать и так далее. Потом это переросло в гранты, которые мы выделили от фонда поддержки социальных инициатив. И школа молодых предпринимателей получила поддержку торговой палаты. И сейчас, на сегодняшний день, имеет грантовую постоянную обновляемую базу. Таким образом, у нас не только идет обучение, у нас уже появились бизнесмены. Открыто 14 областных консультационных центров, и 35% выпускников этих центров открыли свой бизнес. Также работает и биржа труда, и идея была находить тех, кто ищет, что называется, профессионалов, молодых профессионалов, и те, кто выпускает профессионалов, это институты, вузы, колледжи и так далее. И таким образом создалась биржа при поддержке Камалота и так далее. То есть фактически я хочу сказать, что ваш вопрос, он отвечает сам на себя. Почему? Потому что все эти проекты были созданы для второго этапа развития Келядяковоза, потому что мы все растем. И те, кто когда-то приходил в Келядяковоза, вот здесь они сейчас уже так важно сидят, и у них костюмы уже так хорошо сидят, уже не как на вешалке. У них очень сознательные лица, и они возглавляют каждое из своих направлений, они уже точно знают, что они хотят, и с нами вместе растет Келядяк. Но, соответственно, так как он растет, то все эти проекты, они и становятся базовыми для того, чтобы Келядяк и вот этот сегмент молодежный от 16 до 25, 30 и далее рос вместе с нами.